Магнитогорск назвали самым приятным и удобным для жизни городом на Южном Урале. Он обошел по количеству набранных баллов даже более крупные мегаполисы – Уфу, Екатеринбург и Курган. Есть чем гордиться и другим южноуральским городам – Челябинску, Миассу и Златоусту. Рейтинг качества городской среды опубликовал Минстрой России. Цель исследования – не только поставить оценку территориям, но и понять, что в конкретном городе плохо и как это исправить. Так, по сумме всех критериев, Челябинск набрал 131 балл и обогнал по показателям Пермь, но немного уступил Екатеринбургу. Миасс оказался лучше Первоуральска и Орска. Златоуст опередил по баллам Сызрань и даже перегнал Уфу. Магнитогорск с оценкой в 151 балл обошел Нижний Тагил. Кроме того, оказался еще и лучше Екатеринбурга.